Astronomers have discovered a special kind of neutron star. Астрономы открыли нейтронную звезду особого типа, впервые вне нашей галактики. При помощи рентгеновской обсерватории Чандра и очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили. Нейтронные звезды — ультраплотные ядра массивных звезд, которые погибают во взрывах сверхновых. Эта нейтронная звезда находится в останках сверхновой И-0102-2719, или И-0102 для краткости, на расстоянии 200 тысяч световых лет от Земли. Эта звезда отличается от других, потому что у нее слабое магнитное поле и отсутствует компаньон. Кроме этого, в останках сверхновой присутствуют сильные линии кислорода, так же, как в двух других известных останках сверхновых. Кассиопея А богата кислородом сверхновая. Останки сверхновых важны для понимания того, как звезды синтезируют тяжелые элементы из легких. Дальнейшие наблюдения И-0102 в рентгеновских, оптических и радиоволнах помогут астрономам понять эту одинокую нейтронную звезду.